Добрый вечер. Представься, пожалуйста. Игорь Павляев, команда «Орландо». Как настроение, Игорь? Настроение такое, среднее. Проиграли соперникам, соперник хорош. Как бы, да, играть на своем уровне. Но мы на своем учимся играть с игренностью. Пока немножко не получается, но ничего, все впереди, я думаю. Все срастется, все будет. Но вы как вообще там тренируетесь, занимаетесь, подвигались? Ну, по времени, время от времени, ребята все работают, как бы. Тяжело, как бы, да, тяжело собираться, да. Это очень большая проблема на самом деле. Ну ничего, мы немножко сыгрались, уже же говорю, еще раз повторюсь. Ну, уже получше, чем играли начальные игры. Ага. Ну ничего страшного, что такие счета, это не важно. Я думаю, главное сыгранность команды, уважение к другим соперникам, судьям, вообще организаторам этого всего. Это правильные слова, вот это правильно. Вот. Я в восторге как бы, от того, что есть начало. Я хотел спросить тебя, сегодня как-то у вас заменки мало было? Да, потому что, перебью вас, извиняюсь. Много эмоций, просто переполнение эмоций. Проиграли, во-первых, не очень хорошо. Вот, но ничего страшного, еще раз повторюсь. Да, заменок не было, потому что в основном ребята работают. Половина ребят не отпустили с работы. Ну, работа главная, на самом деле. Ну, давай вам удачи в любом случае. Да, спасибо. Все, организаторам спасибо.